Дорога в школу может стать опасной для тысяч свердловчан. Госинспекторы сегодня искали подход к учебным заведениям области и обнаружили больше 700 недостатков. Теперь муниципалитетам предстоит убрать все дорожные препятствия на пути к знаниям. Искусственные дорожные неровности имеют повреждения, имеют просадки, что не позволит выполнять свои функции. Также наклонены стойки дорожных знаков. В то же время мы видим многочисленные дефекты проезжей части и неканализированные пешеходные потоки. В опасности дети чаще всего оказываются из-за того, что у школ и садиков нет пешеходных переходов или проезжая часть в плохом состоянии. Кое-где не установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей быть внимательными и сбросить скорость. У старых школ очень часто нет так называемых карманов для высадки пассажиров. Поэтому родители либо останавливаются прямо на проезжей части, либо заезжают во двор, что опасно для других детей. Спускать на тормозах такие случаи нельзя, говорят инспекторы, ведь от этого зависит здоровье и даже жизнь школьников. Поэтому администрациям вынесены предписания устранить все нарушения в 10-дневный срок.